Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем приключения вот этого вот милого мышонка Чеда, или Чеддера, да, если полное имя, в игре Trip Trap. У нас осталось буквально вот там три обзора этой игры. Кухню мы прошли, гостиную прошли, спортзал прошли, и в гараже нам, получается, стандартные уровни прошли, остались головоломки, да? Итак, напомню, первый уровень. Здесь у нас электричество. Ой! Сразу меня током ударило. Получается, здесь у нас в головоломках ограничено количество ходов. То есть не просто нужно пробежать сквозь все препятствия, но еще и надо, чтобы не сделать лишних ходов. Так, второй уровень. У меня 8 ходов, и как по мне, то это очень-очень мало. Давайте пробовать. Бежим. Бежим. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй, меня словили. Нужно немного разыграться. Так, разворачиваюсь. И бегу в норку. Все, отлично. Один ход оставался. И это золотые ворота. Золотые ворота и рекордный счет. В общем, уровень пройден, второй, да? Переходим к третьему. Здесь у нас уже котики металлические бегают, да? А как же здесь быть? Получается... Ой, я ждал. В итоге дождался. Ой, ну как же это? Вот так вот нужно. Опа, и опять я дождался. Что ж такое? Не везет мне. Так, я пока подожду лучше. Пока там этот весь ток... Пройдет. Сейчас котика догоню. Догоню, зарежу, съем. Вот, теперь опять я жду, пока электричество пройдет. И у меня осталось 2 хода. Я могу спокойно поехать, побежать наверх. Отлично. Давайте мне золотые ворота. Это значит... что пройдены головоломки, да? И переходим к четвертому уровню. Итак, у меня есть 6 ходов, нужно успеть. Так, у меня еще 3 хода осталось. 2. И все. Вот я в домике. Четвертый уровень пройден, переходим к пятому. Ой-ой-ой, здесь 7 ходов. По-моему, это будет очень, даже и очень нелегко. А почему я... Так, сложный уровень. Здесь много ловушек, и нужно нигде не ошибаться. Ну, пожалуйста. Давай. Вот, я взял 2 сыра. У меня осталось 3 хода. Получается, я сейчас должен вот здесь все без проблем взять. Побежать в домик. Так и получилось. Все, здорово. Это был 5 уровень. Переходим к 6. Так. У меня 9 ходов. Слушайте, это непростая миссия. Здесь вот эти пружинки стоят. С ними будет тяжело воевать. Как же мне здесь быть? А, все, я понял. Мне сначала нижний сыр нужно взять. Смотрите. Вот, я взял нижний сыр. И теперь я могу спокойно уже брать сверху, потому что иначе... Иначе я потом бы не развернулся, скажу так.
Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. И, о, отлично, успел. Бегу за котиком, у меня еще 3 хода есть. Так, вот первый. Вот второй. И все, вот я прибежал. Без каких-то сложностей, хотя вначале казалось, что очень сложно. 7 уровень. Ой-ой-ой. Я помню, он был какой-то сложноватый. Так, Чет, ты пока не улыбайся. Тут сложное у нас задание. Сверху нам нужно взять сыр первый. И развернуться, да, по стрелочке. После этого мы можем пойти вниз. И взять вот этот сыр. А теперь у меня осталось 2 хода. И спокойно прибежать с правильной стороны в норку. Все, отлично. Уровень номер 7 пройден на 3 звезды. И идем дальше. Ой-ой-ой, как же быть здесь? Как же быть здесь, слушайте. Ага, вот они переворачиваются, я с ними сделать ничего не могу. Итак, нам нужно нажать на кнопки. Привет, Чет, и тебе. Давно не виделись. Давай, быстрее, быстрее. И вот, оказалось так просто, да? Ну, это на самом деле просто потому, что я потренировался. Если с первого раза, то, конечно же, без конца нас било током. Било током. Засадный уровень. У меня всего 3 хода. То есть мне здесь вообще никуда нельзя лишний раз даже вздохнуть. Потому что, как бы вот, один ход, один прыжок я сделал, осталось 2. Вот беру 3-й сыр. И смотрите, все получилось. Класс. Не с первого, конечно, раза, но получилось. Переходим к 10 уровню. Так. Меня этот уровень, если честно, подзабодал, потому что он не показывает, как бы, свои неудачные попытки. Но на самом деле их было очень много. Вот, 3 сыра я взял, но это еще не все. Самое сложное еще впереди. Ну, пожалуйста. И все, вот она. Вот она, удачная попытка. Смотрите, у меня даже 2 хода осталось. Это редкость. Обычно 1 остается, в лучшем случае, да? И половина этого уровня пройдена. Все. Ровно половина. Так, у меня здесь всего 3 хода. Как же мне с ними справиться? Ух ты! Ух ты! И вот так это все оказалось несложно, да? Ну, несложно, когда видишь, как это делается. Когда вот сразу начинаешь играть, то это очень даже тяжело. Бывает там с 5-й попытки, бывает с 10-й уровни проходятся. А бывает и того больше. Так, ладно. 7 ходов. Так, стоять. Как мне вообще проходить здесь? Ну. Опа. Быстро бегу, да? Разворачиваюсь. Быстрее, быстрее, быстрее. Нет, все не так. Да, Чет, привет тебе тоже. Давно не виделись. Так, получается, вот, я должен успеть сейчас. Так, взял 3-й сыр. И теперь не спеша, пускай Чет отдохнет. Бью в норку. Отлично. Уровень 4.12 пройден на ура. Так, смотрим на такую штуку. Я уже видел. Подавальщик этот сыра, да?
получается, 3 раза он подает мне сыр. При этом мне нужно будет развернуться. Вот сейчас здесь. Вот. Все, и побежать в норку. Отлично. То есть котика обманул, и сейчас обманул. Всех обманул. Уровень прошел на 3 звезды или на 3 сыра. Впереди 14 уровень. Так, опять такая же штука. Но только нас здесь еще котики ждут, ко всему прочему. Ждал, дождался. Разворачиваюсь. У нас 4 хода, да? Смотрите, получается... Сейчас мне нужно успеть. Оп, успел. А, класс. Несложный был уровень. Идем дальше. А вот это очень сложно, я помню. Так, пытаюсь его пройти. Он нереально тяжелый, честно. Вот даже сейчас я пытаюсь его уже, наверное, раз 30 или 40 пройти. У меня ничего не получается почему-то. Давай быстрее, Чет. Давай. Вот, все. Прошел. Фу. Потратил на него, наверное, полчаса, чтобы проходить. Честно, было тяжело, но я это сделал. Ну что же, я понял, как этот уровень проходить. Нужно очень быстро вот так вот перед котиком успеть нажать кнопку и развернуться, чтобы взять этот сыр. И не попасться, да? Давай, опа, отлично. Все, вот я опять перед котиком все схватил и прибежал в норку. Когда разобрался, все получилось, так кажется легко, опять же. На самом деле было не очень. А пока я понял, как смысл этот весь. А, уровень 17. Тут всего лишь один котик, уже легче. 9 ходов, ничего себе. Значит, здесь что-то... Что-то сложное. Так, вот я беру один сыр. А, что дальше? А дальше... Разворачиваюсь. Беру этот сыр. Беру нижний сыр. И вот у меня остается 3 хода. Получается, если я сюда пойду... Мне нужно как-то с этим котиком разминуться. Нужно ускориться, получается, вот сейчас. Или сейчас, или никогда. Все, отлично, успел. Не сильно прям такой и сложный уровень. Осталось всего 3. Давайте их быстренько пройдем. Так, вот я сыр скатываю сюда. Теперь как-то его взять нужно, да? Ага, я могу так-то его взять. И теперь мне нужно наверх вернуться еще с правильной стороны. Так, а с какой это стороны мне нужно бежать вот сюда и вот так. Фух. А для этого... Сейчас, лучше я 100 раз отмерю, как говорится. Один раз отрежу, да? Вот, все, отлично. Правильно просчитал. И все. В дамках, как говорится. Точнее, в норке. Уровень 19. Предпоследний уровень. Так, нужно на него настроиться. Ой. Явно не настроился. Мне здесь, наверное, легче вот так вот бежать. То есть против движения. Потому что иначе я никак здесь ничего не успею. А давай быстрее. Вот, отлично. Как вы видите. Ну. И... Все, смотрите. Можно сказать, даже с первого раза. То есть, тот раз врезался вначале не считается. С первого раза прошел. Так, смотреть видео бесплатно. Нет, идем дальше. У нас последний уровень остался. Итак, Чет, давай побежали. Последний уровень, потом можешь отдыхать. С
сколько душе угодно. Я тебя записываю не часто, поэтому сейчас уже отмучайся. Ой. В общем, нужно поспешить, наверное. Вот, отлично, на стрелочку. И идем дальше. Вот сейчас я могу взять второй сыр. И обязательно сюда перелезть. Так, а мне нужно здесь как-то сориентироваться. У меня 4 входа. Почему так много? Наверное, вот здесь нужно перепрыгнуть. И сейчас я уже могу в норку залезть. Все. Все, здорово. И смотрим. Отлично. 3 сыра. И смотрим, все головоломки в этом уровне пройдены. В гараже. Впереди у нас осталась игротека. Это последний уровень. Больше все нету. Поэтому 2 обзора в игротеке. Стандарт. И головоломки. Головоломки будут доступны, когда уже мы пройдем все 20 уровней здесь. Получается, первый уровень я покажу обзор. Смотрите, что у нас здесь. Количество ходов не ограничено. То есть у нас здесь телепорты. Телепорта у нас раньше не было. Поэтому вот, скорее всего, остальные уровни будут очень-очень интересными. Если вам хочется увидеть продолжение этого обзора, то поддерживайте это видео своими лайками и комментариями. Не забывайте делиться с друзьями. А также подписывайтесь, не пропускайте наши новинки. А ссылочка на эту игру, как всегда, в описании к видео. Поэтому, если вам интересно, скачивайте и проходите сами. А на сегодня все. Пока-пока, до новых встреч!